Всем большой привет! Как я и обещала, снимаю видео о моих оформленных работах. Начну снова с печеной картины «Семья Пант». Вот такая подушка вышла у меня. Молния идет наверху почти незаметно. Вполне достойное оформление получилось, на мой взгляд. В следующем я хочу показать своих лебедей, решила оформить их без паспорту, вот в такую раму. Наверное, камера не передает, но она с небольшим голубоватым отливом, довольно-таки неплохое сочетание. И посоветовавшись с мужем, мы решили ее подарить его родителям на новоселье, на новую квартиру, думаю, они повесят ее у себя в спальне. Если вы помните, в этой работе я хотела поменять паспорту, так как неаккуратно обрезала его. И в багетной мастерской мы подобрали вот такой цвет. Картина заиграла по-новому, стала даже ярче. Теперь подарок полностью готов к вручению. И на десерт хочу вам показать мой оформленный горный пейзаж от Лукаса. Я, если честно, до сих пор не могу на нее налюбоваться, хотя этой картины уже в Севастополе нет, ее муж увез Берген. Не ожидала, что настолько красиво получится в оформленном виде. У меня, если честно, нет слов, вот, насколько она мне нравится. Паспорту мы подобрали вот такого песочного цвета, первый раз такое встречаю, и оно, как мне кстати, сюда вписывается. Рама коричневого цвета с небольшим золотом, золотой, как угодно. Стекло вставили также обычное, не антибликовое. Антибликовое мне не нравится, оно крадет цвет еще больше, чем обычное стекло. Оформление двух работ, лебедей и это, у меня ушло порядка 2800 рублей, ну, то есть это в районе 900 гривен. Но могу сказать, что в Норвегии я бы оформляла намного дороже, поэтому для меня это существенная экономия. Вот таким было мое видео. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока.